Всем привет! И сегодня я вам расскажу, как создать генератор паролей на Python. Это очень просто. И сможет это сделать каждый. Для начала мы заходим в Idle Python. Его можно найти также в поиске 3.9.3. Можно и ниже версии. Нажимаем New File. И начинаем писать наши команды. Сначала мы импортируем рандомные числа. Затем мы создаем 4 переменные. Которые можно будет потом использовать, которые нам будет потом программа выдавать при создании случайных паролей. Я сделаю с нижней строки на верхнюю. Создаем генератор случайных паролей. Случайные пароли записываем. Любые можно. Не обязательно, как у меня. Теперь мы записываем все эти же символы, только большими буквами. Ставим caps lock. И записываем все те же символы. Буквы. Записываем все те же буквы. Цифры. И символы, которые также можно использовать. Но если ваш сайт не будет принимать пароль с символами, вы можете эту строчку не вписывать. Пароли все так же будут генерироваться. Мы создали 4 переменных, которые находятся символы для наших паролей. Теперь мы с вами объединим все вот эти вот переменные в одно целое. И длину нашего пароля. Длина нашего пароля будет 16. Кому нужно покороче, можно использовать пароль покороче. Например, 8, 4 и так далее. Теперь мы создаем с вами переменную form. For, которая будет, с которой нам создать 10 случайных паролей. Сделаем так, чтобы пароль был рандомным. То есть разным. Команда join random sample. Добавляем все знаки и нашу 16 и нашу длину. 16 символов, чтобы он генерировал их 16 раз подряд. Теперь делаем команду вывода нашего пароля на экран. Запускаем нашу программу. Мы можем ее сохранить на рабочий стол, диск D и так далее. В нашем случае я сохраню нашу программу в документах в папке Python. Python 393. И в этой папке я назову password utb.py. Обязательно нам нужно добавить вот эти вот символы py для того, чтобы у нас открылся наш файл. Наши случайные пароли сгенерированы. Теперь мы можем открыть с вами блокнот, чтобы не потерять эти пароли и хранить их у себя на компьютере.
Выбираем, какой пароль вам больше всего понравится. Например, первый. Берем, копируем, вставляем. И наш пароль готов. Можем его использовать на различных сайтах для регистрации. Такой пароль не взломают. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления и уроки по Python. Всем пока!